был одним из самых ключевых для Нави. Вот Нави опять играют через мидл. Опять вот эта возня в мидле, тусовочка, обмен любезностями. Эдвард забирает база. Это позитивная новость для команды Natus Vincere в этом раунде. Ксантарес минус по Флейме, который попытался выйти с ковров. Бомба все еще в мидле. 2-1-1 расположены игроки Нави. И там сейчас будет война у Зевса. Он пытается с апартаментов на Б-точке найти фраг по мейджору. Но мейджор действует довольно закрыто, уходит на бэксайд, отпускает вообще бэплэнд, занимает маркет. Ну и 4 в 4 ситуация, Нави перегруппировываются, судя по всему, пойдут под Б-базу. Как интересно, Зевс только что против снайпера вообще действовал, но при этом не дал себя убить, однако и сам не стал пушить четко точку Б. 4 в 4, выход на Б от Эдварда и Зевса, старая двоечка, раскидывают парни несколько гранат, при этом бомбу можно устанавливать, слишком глубоко уходит у нас мейджор, Эдвард недоумевает, как так, на Б-пленте никого нет, Сантар сворвался из библиотеки, моментальный хэт, но при этом Данька ошибается. Но ситуация 3 на 3, два человека на пленте у команды Нави, при этом есть игрок под никнеймом Electronic333, который в принципе перекроет спину и должен себе даже помочь, но слишком далеко он находится пока что, Эдвард ловит Каликса. Выход под 90. Эдвард еще один минус. Ну и в конце концов мейджор один против всех. И он погибает. 13-11. Нави берут все-таки этот раунд. И у паза с Каликсом нет денег. Но закуп будет. Закуп будет. Наверное. Потому что 8-9.